В Польше снова введен локдаун. До 9 апреля в Польше закрыты отели, ограничена деятельность торговых центров, закрыты культурные и спортивные объекты. Министр здравоохранения просит работодателей ввести для работников дистанционную форму работы, чтобы ограничить распространение вируса. С начала недели школа отправляется на дистанционное обучение, но детские сады и ясли работают в нормальном режиме. Министр добавил, что если заболеваемость будет расти, скорее всего, не избежать усиления ограничений. Сложная ситуация, связанная с COVID-19, требует ограничения нашей социальной активности, к сожалению, и во время Пасхи. Если мы хотим вернуться к допандемическим временам, мы должны нести ответственность. Нам следует подумать, не стоит ли во время каникул ограничить контакты только с кругом ближайшей семьи, а любые встречи переносить на другое, более безопасное время. Многое зависит от нас самих. Давайте позаботимся о себе и своей семье, подытожил Адам Недельский. С введением очередного полного локдауна польские правоохранители также начали еще более тщательно проверять людей, не нарушают ли те правила. Так что будьте внимательны и соблюдайте карантин, чтобы не попасть впросак.